Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о том, как сделать проброс портов на роутере Dlinkdir 300, ревизия B6 с прошивкой 1.4.1. Это последняя на данный момент прошивка от 20 сентября 2012 года, и каких-то кардинальных изменений с предыдущей версии не произошло, ну, грубо говоря, изменился только интерфейс. Значит, перейдем к самой сути вопроса. Значит, требуется нам открыть какой-либо порт для программы, скажем, для uTorrent или для Steam. Вот. Чтобы проверить, открыт порт или закрыт, нам понадобится программа Simple Port Tester. Она бесплатная. Ссылка на нее будет ниже под видео. Вот, значит, запускаем ее. И в поле порт вводим интересующий нас порт. Ну, предположим, будет это 777. Выбираем протокол TCP либо UDP, нажимаем «Добавить». Я выбрал оба порта для наглядности. Жмем «Begin». Как видим, статус «Failed», что значит «Порт закрыт». Чтобы его открыть, переходим в браузер, в строке адреса набираем IP-адрес роутера 192.168.0.1, заходим в админку, вводим логин и пароль, и на главной странице видим состояние подключения. Внизу жмем «Расширенные настройки», «Межсетевой экран», «Виртуальные серверы». Жмем кнопку «Добавить». Вводим имя, пусть будет «Тест». Интерфейс задается в настройках подключения, изменить его нельзя. Протокол выбираем либо TCP, либо UDP, либо оба сразу. Внешний порт, в данном случае 777, конечный тоже 777. Если у вас указан диапазон портов, то внутренний порт будет указан автоматически. В данном случае его нужно ввести. Выбираем внутренний IP-адрес. Это IP-адрес вашего компьютера, сетевой карты внутренней. У меня он, вот он. И жмем «Изменить». Предлагаю сохранить. Сохраняем. Возвращаемся обратно к программе. Жмем снова «Begin». Как видим, состояние success, то бишь порт открылся.